Всем привет! Сегодня покажу очередное упражнение из арсенала силачей старого университета, которое называется жим гири плашмя или гиря плашмя. Выполняется оно следующим образом. Вы берете гирю, вот возьму тут, какая у меня под рукой, берете ее под основание дужки двумя руками, забрасываете в стойку телом к себе и, держа гирю строго параллельно полу, выполняете жим. Выглядит это примерно следующим образом. Сейчас продемонстрирую это на гире большего веса. И поскольку у нас все-таки силачи старого университета, я продемонстрирую это упражнение со старинной царской четырехпудовой гири Ивана Бериташвили. Вот так оно выглядит. Еще раз повторяю, тело гири должно быть параллельно земле, держаться за бока дужки и выполняете жим. Не обязательно стремиться на максимум, можно делать многоповторку. В свое время я делал с трехпудовой гирей на 10 раз. Очень хорошее упражнение, развивается и жимовая сила, и кисть, если кому интересно развитие кистей и хвата. Выполнять упражнение можно сидя на скамейке, можно делать стоя, можно делать сидя на полу, в общем, как угодно. И к тому же скажу, что для меня, например, это было одно из немногих упражнений, выполняя которое у меня не возникало болезненных ощущений в левом плече после травмы. То есть я его в свое время достаточно активно использовал. Кому интересно, пробуйте, тренируйтесь, всем успехов и без травм.